Иран заинтересован в поставках из Башкортостана пшеницы, ячменя, растительного масла и мяса. Об этом стало известно в ходе встречи Радия Хабирова с делегацией Исламской Республики. Специалисты аграрного сектора Ирана в ближайшее время планируют посетить республику, чтобы договориться об условиях импорта и открытии высокотехнологичных перерабатывающих сельхозпредприятий на территории Башкортостана. Ситуация складывается таким образом, что Иран, который уже более 40 лет живет и работает, и развивается, причем технологически развивается в условиях санкций, имеет огромный опыт противодействия внешним давлениям. В наших условиях это чрезвычайно важно, это первое. Второе, что мы наметили очень схожие потребности в структуре экономики и в структуре продуктового рынка. Например, вообще Иран является большим потребителем зерна, масла и прочих продуктов сельского хозяйства. Поэтому это вот большая часть сотрудничества, которую мы, наверное, проработаем. Власти республики до 1 мая подготовят список предприятий, готовых к сотрудничеству. В мае башкирская делегация также планирует принять участие в крупнейшем иранском нефтегазовом форуме. В нее войдут руководители машиностроительных, нефтеперерабатывающих и сельхозпредприятий, а также ученые. Мы считаем, что у нашего сотрудничества есть очень хороший потенциал. Сегодня на встрече были презентованы новые возможности по совместной работе. Эти возможности можно реализовать в различных направлениях. Одно из них – покупка продуктов, мяса и зерна. У нас энергетическая страна, поэтому такие проекты тоже возможны. Мы рассматривали и научно-технологическое сотрудничество. В дальнейшем планируется открыть прямой рейс из Уфы в Иран, а также торговое представительство в Тегеране. Напомню, в прошлом году товарооборот между республиками достиг максимальной отметки в 121 миллион долларов. Иран занимает 10-е место в списке торговых партнеров Башкортостана в структуре экспорта, преимущественно измерительные приборы, буровое оборудование, медь и зерно, импорта – сжиженные газы и овощи.